Ну вот я и приехала на свой вернисаж. Как вам такая съемка? Сегодня вид на Арарат, конечно, наишикарнейший. Небо прямо без дымки. Если вчера Ереван был в таком тумане, в смоге, не знаю в чем, то сегодня прямо красота. Вообще прозрачный абсолютно воздух. Так что Светке уже с утра отправила. Не знаю, что ей не спится в выходной день. Вот у нас антикварщики собираются. Значки у кого какие были. Давайте, раз уж такой наступил счастливый момент, что у меня есть возможность поснимать здесь на вернисаже, в выходной именно день, да, когда антикварный рынок. Сувенирную часть я не буду смотреть, мне, в принципе, это неинтересно, это в любой день есть. А вот антиквариат мы сейчас с вами посмотрим. Здесь на входе цветы продают, причем продают их гораздо дешевле, чем в цветочных магазинах, либо на каких-то других рынках. Смотрите, красота какая. Жалко, что у меня Беня цветы не любит, а то бы я все скупила, наверное, тут. Ладно, идемте смотреть что-то интересное. Наконец-то, да, сбылась моя мечта. Вот здесь вот продают всяческие пробирки, колбочки, в общем, какая-то лабораторная продукция. Интересно, интересно. Наверное, Кристине бы страсть как понравилась. Она любит вот эту всякую ерунду. И здесь весь ряд вот в этой вот лаборантский, так скажем. Ну, скорее всего, что если предлагают, то это кому-то надо, правильно? В общем, здесь только это интересно, а остальное не интересно, потому что какие-то рыбацкие снасти. Прикиньте, даже старые сигареты есть. Советские деньги. Против медали я категорически против, чтобы их продавали. Это у нас что, орешница? Ой, прикольно. Я дома такие орешки делала. И советские статуэтки. Марок у меня тоже полно. Все в Тюмени осталось у отца в гараже. Интересно, что с ними произошло, с этими вещами. Тут стоматологическое оборудование. И не только. И гинекологическое в том числе. В общем, ой, шприцики старые. Я таких со времен института не видела. Ну и посуда пошла. Посмотрим, интересно, есть здесь вот то, что я хотела увидеть, так скажем. У меня в детстве и значков была коллекция, чего только не было. В общем, а сейчас все это осталось в Тюмени. Наверное, это тоже какую-то ценность имеет. Но для меня, честно говоря, не в денежном эквиваленте бы это было, а чисто, чтобы детям показать. У меня шикарная коллекция открыток была советских с этими... помните, такие рисунки были? Как кто автор-то был? Подпишу, так не вспомню. Ну, вот эта часть всегда продается, мы сюда не пойдем. Мы сейчас с вами пойдем, где что-то интересное продают. Вот здесь тоже интересный стенд. Микроскопы, печатные машинки, камеры, фотоаппараты, бинокли. Тоже все старенькое. Старенькое, которое мы еще помним, это все старенькое. Эти мельхиоровые ложки, вилки. Вот такие у меня были дома, я их в Нижневартовске оставила. Тоже целую кучу. В общем, короче говоря, оказывается, что у меня все это есть, но оно где-то фиг знает где. У кого-то, у кого-то другого. Вот эти вот чашки я тоже помню. Вот это, по-моему, современная посуда. Вот это у всех армян есть, в любом доме. Это неинтересно. Вот такие чашки у меня есть. Это кобальт, очень модный здесь. Интересно, какого это года. Короче говоря, Светка мне сегодня посылает видео нарезку. Там эта песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». И, в общем, господи, о чем речь? А, в общем, сегодня день комсомола, оказывается. Я вот сейчас по вернисажу иду, они расставляются, эти комсомольские значки сфоткала ей и отправила.
горячие, это не такие. У меня у бабушки были хрустальные, из цветного хрусталя бокалы. Мне вот интересно, они же сейчас тоже, наверное, есть в продаже. Я посмотрела видео с российской барахолки, и там они стоили, по-моему, 6, не то 8 тысяч рублей за штуку. Мне интересно, здесь сколько. Еще я ищу одну статуэтку вот такого типа. Но она не такая, не этот, этот формат, но именно не эта форма. Я в Праге видела как-то в антикварном магазине, она там стоила $200. Поэтому хочу тоже найти такую и посмотреть, сколько она стоит. Вот на те бокалы похожи, но не те. Извините, вот эти цветные сколько у вас стоят? 70 тысяч. За набор? Да. За набор. Да, за набор. $200. Я записала или нет? $200 стоит набор вот этих бокалов, но это немецкие. А те, они сказали, вот про которые я спрашивала, они чешские. Вот мне, по-видимому, те больше нравятся. Ну, смотрите, 70 тысяч, это получается 10 тысяч рублей с копейками за набор, а там один стакан 6-8 тысяч стоит. Так что, кто хочет антиквариаты, езжай к Армению на вернисаж. О, Светка что-то ответила про значки, я и написала купить те значок комсомольский. Здесь продаются всяческие кофемолки. Помните, кто смотрел мое видео, у меня вот такая елочная игрушка есть с такой кофемолкой. А Кристина вот такую печку хочет. Я не знаю, на ней что, тоже кофе варят? Они есть вообще микро... А, вот такие, вот обычно многие туристы покупают. В общем, она говорит, мне тоже надо. Я говорю, нафига тебе, вот что ты будешь делать? Вот смотрите, как уже символ года в армянском платьишке. Уже готовятся, кто вяжет, к Новому году в том числе. Вот такое вот я имею в виду. Вот. Но только они там на диване были. А здесь за столом. Или она играет на как, типа клавесине, а мальчик на скрипке. А мне нужно, где они на диване сидят. Ну и вот здесь опять куча этой посуды, то же самое, и опять не те бокалы, опять не те. Видите, сколько этого кобальта, потому что здесь это очень модно и популярно. В общем, я смотрю, тут все вперемешку, и более современные, и более старые. И вот эти бокалы есть во всех вариантах, но не те, которые мне нужны. Мне нравятся, которые квадратиками сделаны. Но я еще ни одни не увидела. Это всяческие есть варианты, но только не те. Духи Клима. По-моему, самый клевый аромат был в советские времена. Это как называется? Кадила, да? Тоже есть. Вот такая вот кружка. Я тоже помню, у кого-то была. Ой, какой-то тазик чуть не свернула. Сейчас вот здесь статуэтки посмотрю поближе, но он закрыт. Здесь вот очень красивые, такие изящные, тоненькие. Но этот отдел еще закрыт. Поэтому я не смогу узнать ни цены, ничего. Стенд с елочными игрушками старинными. Ой, и открытки даже есть, смотрите, как классно. Так, что здесь есть интересного? Ну, смотрите, и фигурки есть, и все. Грибы какие-то, котики. Так. Ой, мне так нравились вот эти вот штуки раньше. Помните, вот такие вот игрушки, да? У меня мама их разбирала и украшала мне корону в садике. Тут, кстати, у него цены стоят. Вот 700 драм вот такая игрушка стоит. Лев 1400 драм. Помидоры какие-то по 1000. Ой, какой милый Дед Мороз на прищепке. Я раньше... Инчаржи? С вахумом. Ага. Сранк сахицун таваканин нен, эси вацун тавина, эси ярасуни дярасуни тив. Амена хина наса. Эси карасун тив. А? Вот тут такие старые. Бахтвен сранк сах. Картанажны. Ничего себе. Хингаут дарамитсксун. Хали. Наэтиш хали.
ворթիվա, այնպես էլ։ Մի քանի բան, բայց մնացել է մալդոն։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Вот эти поросята, сказал 68-го года. Ты 2800 стоит. Часунг чемозум, 15 долларов. Часы у моей бабушки были такие. Ага. Так, в общем, я вам скажу, что тут есть классные очень штуки, которые я себе непременно возьму, но поближе к Новому году. Вон тот самолетик 40-го года, сказали. А? Так, это Дед Мороз. Просто у вас они в таком состоянии хорошем, эти игрушки, как новые прям. Да. Они все классные. Это последний этап моего коллекции, что я здесь продаю. А что продаете-то? Надоело? Денег? Да. Есть игрушки, сколько? Которые 3-400. Я здесь А вот у вас есть были такой медвежонок на березовом бревне. Это? Угу. 50-х до 60-х годов. Ну нет, это попозже. Русский. Русский был, был вот да, он. На березе был. Да. Есть такой у вас? Нет. Нету? Бил германский, ага. Русский бил. Германский очень легко. Ну, я не знаю, у меня, наверное, русский был. Очень много у меня было. Все продало. Снеговик. Знаете, сколько здесь игрушек? После воскресенья суббота здесь были 3600 штук. А вы продали много? Сейчас осталось даже 1000 штук здесь. Ну, но вот. Есть хорошие игрушки. А я думала, что я к Новому году возьму. Надо раньше брать, да? Знаете, я всегда... Это моего сезона, что ага. Я принесу и продаю. Ну да, я вас летом не видела. Это хрущевские времена, я это сделал Ленинград. Это идеально все осталось. Первый сказал, что у него неделю назад было 3000 штук наличия. Сейчас уже совсем мало осталось. Но я думаю, для меня еще сохранится. Игрушки в отличном состоянии. Классные. Но, кстати, вот из того, что были у нас дома, я только часы вот эти увидела у бабушкины. И больше ничего. Остальные все мне незнакомые игрушки. Это же стандартные ряды, кристаллы как сверкают, которые каждый день продают. Здесь они все это, то, что сами делают. Украшения в основном. Ну и всяческие нарды, шахматы. В общем, все такое. Платки вот эти вот классные. Мне дети дарили вот такой платок. Я им очень-очень довольна. Ну и, конечно, очень много серебряных украшений. Но они в основном, знаете, вот сделаны вот так вот в национальном стиле. Но здесь есть один человек вот там вон в конце, который продает именно современные изделия. И современные формы, я имею в виду. И вот у него как раз я свои покупала серебряные украшения. Ой, а вот этого вот я не видела. Цветы из камней. Первый раз вижу. Может, просто внимания не обращала. Такие штуки очень прикольные, металлические. Но они тоже стоят недешево, я вам скажу. До этого вот такая ворона была классная. Мы, по-видимому, купили уже. Смотрите, бегемотик какой наимилейший. Из кожи. Такой запах прямо тоже и с алфавитом есть, и с араратом есть. Визитницы, портмоне. Пахнет кожей приятно. В общем, получается, что не бокалов вот этих. Я думаю, что если эти, они у кого-то, либо у отца, либо у его сестер, у него две сестры. Если, в принципе, я думаю, у них попрошу, но они мне не откажут их подарить. Но суть в том, что для этого же надо в Тюмень ехать. А я-то не собираюсь туда ехать. Хотя, может, и откажут. Ей, господи, я их 17 лет не видела. Откуда я знаю, как люди поменялись, да? Ладно, ребятки. Ну, давайте вам так мельком покажу стандартные вот эти вот украшения. Целая куча с камешками. Здесь такое серебро, которое темнеет. Вот. И двину уже на работу.
потихонечку. Вот здесь вот еще отдел с книгами находится. И вот, вот у того чувака, который в самом конце, вот видите, люди у него стоят там постоянно, народ. По-видимому, у него что-то очень интересное, потому что здесь всегда люди трутся. Фу, перегарищем, как пахнуло от туристов. Я уже иду с работы. Время 6:30, я уже в нашем районе, слева госпиталь находится. И смотрите, как за неделю уменьшился день, продолжительность дня. Если там был какой-то хотя бы полумрак неделю назад, то сегодня вообще уже кромешная тьма абсолютно, как будто бы ночь. Мы с Кристиной идем с двух сторон к дому. Я с райкома, а она с другой стороны, там с Тиграняном. Сейчас возле Чинара встретимся. Я с работы, она с художки едет. Так что сейчас у нас будет встреча на Эльбе. Я сейчас зашла в магазин на райкоме. Так что я в Чинар не пойду, а ей надо зачем-то. Так что идет. Мы, в общем, давным-давно уже вернулись домой, поэтому я сделала кучу дел, в том числе поставила тесто, оно уже и поднялось у меня, и испекла пирожки с картошкой. А тут у меня булочки сахарные. Давайте я покажу вам свои чашки, которые современного уже производства. Это то же самое, не кобальт немецкого производства, но уже не ГДР, а современная Германия. Вот здесь вот написано, да, что кобальт, оригинал кобальт, Германия. Чашки очень отличаются, прямо очень. Если вот те, которые я там трогала, они такие тоненькие, они невесомые, то эти уже тяжелые, такие прямо мощные. Хотя по виду можно сказать, что они очень изящные. Да, мне вот особенно кофейные чашечки нравятся. Вот по сравнению с рукой, смотрите, да, они совершенно малепусенькие такие. Вот такая вот кофейная пара на ножке. Так вот она выглядит. И чайная пара. И она, тут форма немножечко другая из-за того, что она больше, да, вот эта чашка все-таки изящнее. А это резко так сужается к низу, но тоже красивая. И, в принципе, тут один на один точно такой же рисунок, только что вот здесь вот ободка нет. И вот видите, например, здесь вот мазнуто вот этим вот краской изнутри тоже. И вот чашки, когда смотришь, они вообще все разные формы. Нету вот это вот, что, допустим, круг немножечко, видите, неровный, да, у другой чашки тоже неровный. В общем, они впечатление, что, не знаю, как-то их не штампуют, и как они их делают, что они все разные получаются. В общем, вот такие вот у меня чайные пары. Я их использую очень редко. Бывает, что за весь год вообще ни разу не достаю. Вот они у меня там стоят на полке, на кухне, в буфете, за стеклом. И перемываю их только перед новогодней уборкой. И обратно туда засовываю. Сама ими не пользуюсь, потому что чай мы любим пить из ведер, можно сказать. Ну а кофе тут, это вот чисто для гостей. Тут такой наперсточек. Тут буквально один глоток этого кофе. Потому что вы знаете, что я люблю много кофе пить. Вот, в общем, вот такие вот. Кто смотрел мои новогодние видео, наверное, видели вот эту вот мою посуду, которая тоже этого же самого завода, что вот и те чашки кофейные, чайные, тут тоже немецкий кобальт. И вот такой вот здесь уже такие более стандартные варианты этих чашечек, но они тоже красивые, они немножечко побольше, чем те. Ну, а чайные тут вообще очень удобные чашки. То есть для гостей у меня все на ура идут. И у меня их целый комплект вот этой вот посуды. То есть у меня и чайные пары, и чайник есть, и молочник, и вот эти вот пиалки двух размеров, и кофейный, и тарелки у меня есть двух размеров, салатные и большие, и блюда от маленьких до огромных. То есть вот эта вот посуда, я комплект покупала, когда сидела в декрете с Эдом, и на декретные деньги я практически всю посуду, которая у меня есть, все купила. Очень многие у меня в комментариях спрашивают, где я покупала эту посуду, когда смотрят вот эти вот новогодние видео. Но я уже не знаю, продается эта посуда или нет, потому как я это покупала практически 16 лет назад, да. Вот у меня вот эти блюда от маленьких до больших. Вон там вообще огромная овальная.
чайника два вида заварных. А нет, это сахарница. Сахарница и чайник. В общем, вот такой вот у меня комплект есть. Тоже кобальт, хотя он золотистый. У меня такое впечатление-то. Во-первых, я пошла рано, и из-за этого не все продавцы там были. Но я думаю, что я не сильно много потеряла, потому как, в принципе, по большому счету, там продают все одно и то же. Вот на всех рядах смотришь, и одно и то же, одно и то же. И, в принципе, таких вот, за что цепляется глаз, мало вещей. Но если кто-то любит посуду, там вот эти вот чашки, тарелки, бокалы здесь в разы дешевле, чем в России. Это однозначно, потому что я смотрела с барахолок видео. И я знаю, что в России все очень любят этот ЛФЗ, да, кобальт. Но вот здесь это ГДР, это очень модно, и все его любят. И да, еще раз повторюсь, что там, конечно, качество ГДР и сейчасшнюю Германию современную не сравнить. Там буквально поднимаешь, и эта чашечка вообще ничего не весит. В общем, вот так вот люди сохранили и сейчас продают. Что еще хотела сказать? Ну, не нашла я вот этих вот, как у бабушки, бокалов. Ну, ладно, господи. Мне, в принципе, они, можно сказать, без надобности, просто хотелось так поностальгировать. Но если вдруг мне когда-нибудь занесет в Тюмень, то я непременно вытребую эти бокалы себе. Вот такие дела. И я не могу забыть этого поросенка с вернисажа, елочную игрушку 68-го года. Я ее непременно себе куплю. Вот поросенка однозначно куплю. Все, на этом видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи, пока и до новых встреч!